Бульдозеры на китайском рынке на космонавтов 59 работают не так часто, однако в этот раз повод исключительный. Готовят покрытие для продавцов барахолки, которые вынужденно сменили место торговли. Из-за постоянных жалоб администрации экоярмарки ВДНХ и недовольства жителей близлежащих домов, барахолка вынуждена менять свое место дислокации. Так как при дальнейшей застройке пустыря, на котором сейчас она располагается частично, барахолка может попросту прекратить свое существование. Кстати, условия здесь лучше. Территория больше, павильоны просторнее, есть и крытые прилавки. Однако продавцы пока относятся к переезду настороженно и надеются, что клиентов станет больше, когда все узнают о новом месте. На старом месте у нас практически были постоянные клиенты и больше никаких. А от переезда мы ожидаем, что будут новые клиенты, помимо постоянных. Тем более покупателям теперь удобнее добираться. До рынка ходят трамваи номер 1, 5 и 7, а также 121 и 78 маршрутки. Есть и удобная транспортная развязка. Автомобилисты могут заехать как с космонавтов, так и с Попова. Там, где раньше на поле было возле ВДНХ, туда не добираться, не дойти. Это такое страшное, опасное такое место было за Европу, если в курсе. А тут уже, да, и подъезд нормальный, любая машина может подъехать. В мае барахолка на космонавтов 59 будет работать по выходным с 9 утра до 6 вечера. Однако, если клиентов будет достаточно, то летом продавцы готовы торговать уже каждый день. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.